Если диабету второго типа больше подвержены взрослые, то первый тип чаще возникает у детей. В мире с таким диагнозом проживает каждый 2000-й ребенок. В нашей стране так называемых сладких малышей порядка 30 тысяч. Болезнь в одночасье лишила их почти всех детских радостей. Мира, нам пора! Диабет первого типа у детей впервые проявляется в возрасте до 10 лет. Причиной болезни может стать инфекция, например, свинка, корь или краснуха. В неокрепшем организме вирусы, как фигуры на шахматном поле, быстро продвигаются вперед и разрушают бета-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. И чем младше ребенок, тем тяжелее протекает диабет, и тем выше угроза осложнений. У Саши первые признаки недуга проявились еще в младенчестве. Мама убеждена, что коварный механизм запустили поставленные разом 3 прививки. Он стал у нас в 2 раза больше есть. Мы тогда уже в 3 месяца его прикармливали смесью. Я запомнила, что у нас не 2,5 пачки ушло за неделю, а 5. Я думала, что ребенку 3 месяца, ему не хватает питания. Мы начали его подкармливать, его стало рвать. Поджелудочная железа ребенка очень маленькая. К 10 годам она чуть больше 12 сантиметров в длину и весит около 50 граммов. Однако полноценно вырабатывать инсулин она начинает уже к 5-му году жизни малыша. Все обменные процессы в детском организме протекают намного быстрее, чем во взрослом. В том числе и углеводный обмен. Поэтому промежуток с 5 до 10 лет считается самым опасным для развития сахарного диабета. Как правило, дети жалуются, что они стали много пить. То есть сухость во рту, и дети много пьют, и частые мочеиспускания. Очень частая жалоба, когда дети никогда не вставали ночью в туалет, а здесь вот обращают внимание родители, что ребенок стал ночью вставать в туалет. Либо еще больше, то есть ночной энурез, то есть недержание мочи. В большинстве случаев диабет обнаруживают, когда ребенку требуется срочная помощь врачей. Нередко маленькие пациенты поступают уже в состоянии комы. Оставшиеся незамеченными первые симптомы способствуют быстрому развитию болезни. Сахар в крови может достичь 20 и даже 30 ммоль на литр. Или наоборот, резко упасть ниже 4 ммоль на литр. Именно из-за гипогликемии в стенах больницы совсем недавно оказался и Саша. Не помню, как это называется. Из-за маленького сахара я сюда попал. Да. Но потом дальше уже не помню. Точнее, я еле-еле ходил. Слабость, тошнота – это потом, когда сахар в крови уже упал. Первые же признаки накатывающей гипогликемии сложно заприметить не только ребенку, но и взрослым. Я ночью его еще разбудила, говорю: «Саш, я говорю, как ты себя чувствуешь?» Он говорит: «Мам, что сахар замерять?» Я говорю: «Да ладно, вижу, что ребенок нормальный, мы не стали замерять». Утром я проверила, 4,9, легла, думала, сейчас полежу, проснется, вместе встанем. Тут, получается, он закрывает себя одеялом и начинает скатываться с кровати. Тут он, у него начинаются судороги. В школе Саша ничем не отличается от сверстников. Не отсиживается на скамейке и на уроках физкультуры. Хотя при диабете первого типа стоит следить, чтобы ребенок не переутомлялся. Надеяться, что учителя сами догадаются о детском заболевании, не стоит. Врачи настоятельно рекомендуют поговорить с директором школы и педагогами. Они должны знать, как помочь ребенку при гипогликемии. Когда я узнала, что в классе есть такой ученик, я вначале была очень озабочена, а как вести урок. Но потом, узнав, переговорив с родителями, переговорив с медиком, с нашим медицинским работником, я поняла, что никаких ограничений нет. Все Саша делает сам, самостоятельно. Нагрузка такая же, как у остальных ребят. Поэтому такой же подвижный, такой же шустрый. Так же, как и все, справляется со всеми нагрузками. Однако после истории с больницей контроль за показанием сахара в крови мальчика особый. Каждые 2 часа замер и отчет по телефону. Именно внимание и забота родителей позволяет достичь идеальной компенсации диабета у детей до 10 лет. Ребеночек, который сам по себе еще ребеночек,
ему довольно сложно будет объяснить, что ему в течение всей жизни придется ставить уколы, например, да, считать хлебные единицы и прочие вещи. Эта задача в первую очередь ложится на родителей, которым предстоит научиться тому, что необходимо сделать. Это дисциплина самих родителей, потому что маме, ну и папе придется зачастую формировать рацион, отслеживать, подстраивать собственную жизнь под режимность ребенка и прочее. И тогда ребеночку станет легче, потому что ребенок, как ни странно, легче адаптируется к разным способностям, к разным ситуациям в жизни. И, соответственно, его этому только нужно научить. Саш, картошку будешь? Да. Сколько тебе положить? 4. Что ты еще будешь? Сколько штук сразу, чтобы знать, сколько ставить? Три треугольника, да? На каждый треугольник на единицу получается. 3 единицы на 3 треугольника, на картошку 2. 5. Да, ставь 5. Прежде чем взяться за ложку, надо уколоть инсулин. Для Саши это уже образ жизни, как и для его родителей. В рационе семьи Ждановых только разрешенные продукты и только просчитанные в хлебных единицах рецепты. Мы инсулин ставим на приемы пищи углеводы. То есть здесь мы учим родителей разделять белковую, жировую, углеводную пищу. Инсулин ставится именно на углеводы. То есть у нас углеводы способствуют повышению уровня сахара в крови. И поэтому здесь для каждого ребенка, для каждого приема пищи рассчитывается инсулин на углеводные приемы пищи. Для любимых треугольников Саши нам понадобится 1 лист лаваша, 1 средний огурец, 200 граммов ветчины и столько же сыра. Лаваш разделить на 3 части. Ветчину порезать тонкими ломтиками или потереть на крупной терке. Ту же процедуру повторить с огурцом и сыром. Все ингредиенты соединить в глубокой тарелке и перемешать. Начинку положить с краю каждой полоски и свернуть треугольником, закрывая открытые части. Получившиеся снеки обжарить с двух сторон на сковороде, чтобы сыр внутри расплавился. В 100 граммах блюда содержится всего 273 калории и чуть больше 6 граммов углеводов. Посчитали, целый лаваш получается 4 единицы, а я его поделила на 3 полосочки, делала треугольник. Приблизительно где-то 1,3 мы ставим единицы. Там огурец, ветчина и сыр на этом не ставим. Растущий организм ребенка требует много энергии, а значит углеводов. Однако не все из них одинаково полезны. Любые соки из рациона лучше исключить. Совсем. В этих напитках слишком много сахара, поэтому они очень быстро и сильно поднимают уровень глюкозы в крови. И это касается не только пакетированных, но и свежевыжатых соков. Ведь для приготовления одного стакана такого напитка вам понадобится как минимум 3 апельсина, 4 яблока или 5 томатов. Тогда как ребенку, чтобы полакомиться, хватило бы и одного плода. К тому же, выжимая из фрукта или овоща сок, вы убираете из него полезную клетчатку. Мама контролирует. Она во всем это разбирается. А я еще не все, знаю про диабет. Вот ты захотел яблоко, сколько тебе надо подколоть? Нисколько. А если, например, пирог? Вот тот же треугольник. Единица. А если Сникерс? Дай-ка вспомнить. По-моему, 3 или 2. А если вот большой, то 5. Миф 4. При диабете от сладкого нужно отказаться раз и навсегда. Совсем отказываться не нужно, иногда можно себя побаловать, но только в качестве лакомства, а не для утоления голода. Налегать на конфеты и джемы с пометкой «для диабетиков» тоже не стоит. В них нередко содержится фруктоза и сорбит, которые также влияют на уровень сахара в крови. Между тем, суточная норма сахара для детей 4-7 лет без диабета – 19 граммов. Хорошей заменой сладости могут стать орехи, например, миндаль или фундук. Орехи очень калорийны, но содержат полезные мононенасыщенные жиры. Всего одна порция в день, 30-50 граммов, улучшает чувствительность к инсулину, что со временем поможет снизить уровень глюкозы в крови. Родители сами должны сесть вместе, подумать и перейти на правильное питание. Ребенок видит, как питаются его родители, и сам соблюдает это же питание. То есть так проще.
Если родители будут употреблять в пищу рафинированные сахара, мед, сладости, печенье в больших количествах, то, конечно, ребенка очень трудно будет приучить кушать злаки, кушать овощи, особенно зеленые овощи, которые полезны в питании. Это капусты, шпинаты, бобовые. В виртуальном мире Саша – супергерой, который не чувствует усталости. Он полон сил, и ему не нужны постоянные инъекции инсулина. В реальной жизни все немного иначе. Он сражается с сильным и коварным противником. И в этой игре за жизнь дисциплина и самоконтроль делают его не просто взрослее и ответственнее своих сверстников. Именно эти качества позволяют Александру не отступать перед трудностями и не уступать болезни. Друзья не замечают, а я замечаю. Я не могу, как они, больше бегать там. Но так я все могу.